Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодняшний ролик будет предельно короткий. Информация пойдет, конечно же, как вы видели из аватарки ролика, о окончании 18 сезонного похода. Итак, дорогие друзья, 18 сезонный поход заканчивается 10 ноября. Откуда информация? А информация у нас появилась из блюпоста, который, собственно говоря, компания Blizzard разместила, естественно, на своем официальном форуме. Текст этого поста вы сейчас видите перед своими глазами, как в принципе вы видите и дату, и время. Это время где-то приблизительно 7 часов вечера по московскому времени. Самое главное, что это 10 ноября. Ну а значит, что в скором будущем мы, наверное, узнаем и дату начала 19 сезона. Но скорее всего, все это мы узнаем после окончания Близкона. Так что пока информация такова. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!